Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Ну что же, давайте заберем, наверное, с тренировочки наших ребят и сразу же отправим их. Так, идите. И здесь тоже. Вот так. В магазин. Что у нас здесь? Бесплатно. Забираем. Так, больше... не хватает, ребята. Не хватает, к сожалению. Так. Запрос. Запрос. Призови роботов 75. Так, сразись в боях на карте 5. Одержи победу в битвах на арене 10. Понятно, ребята, смотрим. Так, ах, да, да, ребята, у нас с вами чувачок. Развить, получает третью звезду. Это фехтовальщик у нас. Опа, хе-хе, крутыш. Ну-ка. Слушай, а зачем я это сделал сейчас? Я сам не понимаю. Ну ладно, фиг с ним, немножко побаловали и хватит. А здесь у нас, подожди-ка, вот здесь вот, что у нас? Так, оу, костяной хранитель. Вторую звезду у нас получает, ребята. Вот это хорошо. Вот это замечательно просто. А здесь-то кто? Опачки. Мы с вами открываем нового перса. И это у нас слизень-морпех. Конечно, разблокировать, ребята. Конечно же. Ха, отлично. Эпический захватчик-воин. Так, и также мы можем здесь что-то открыть. А кто это такой вообще? Собери больше карт. А, Тритон, редкий захватчик-воин. Понятно. Обожаю, когда открываются новые персонажи. Так, подожди-ка, что я еще могу сделать? Я что-то не могу понять. Здесь знак... А, вот еще что. Мы с вами получаем мага, редкий подданный воин. Отлично. Что-то повезло нам как-то. Очень много персонажей сегодня у нас открылось, кого-то даже улучшили. Кстати, скоро мы с вами улучшим, по-моему, лучницу. Совсем немножко ей осталось. Это хорошо. Да, в принципе, и паладину тоже не так уж и много. 81 карточка из 100. Да и, в принципе, и деревенщине тоже. Ладно, ребят, об этом позже. Ну что же, наверное, нам пора с вами прогуляться, да? Прогуляться, и я так думаю... Так, на арене у нас что? Ничего? Ничего, никаких призов нету. Ладно. Ежедневные испытания. Ну, пока не буду трогать. Пошли на основную сюжетную линию. Так, здесь я уже, ребята, прошел. Эй-эй-эй-эй, прошел. Здесь у меня пройдено, здесь тоже пройдено, здесь тоже пройдено. Так. Ага. Вот этот вот уровень, если нам пройти с вами, то я получу еще две карточки. Но этот уровень сложный, знаете, в чем сложность? Вот именно вот в этом поганце. Ох, я не знаю, ребят. Попробуем, наверное, да, я думаю. Так, предположим, так. Блин, ну он мощный, ты чувак. Еще вот эта вот летающая тарелка с пришельцем, которая... постоянно ворует моих бойцов. Ладно, была не была, я все-таки рискну разочек, ребята, еще раз повоевать. Вдруг получится, вдруг нам повезет. И мы сможем здесь с вами победить. Я все-таки играл в это на мобильнике. На компьютере как-то это будет получше, я думаю. По крайней мере, обзор получше здесь, побольше. Так, ну что же. Давай сделаем. Ай, пришелец же летит, елки-палки, я же это... Я же это, ребята, прекрасно осознавал. Черт подери, уже не получим. Блин. Ай, эта улитка нанесла урон. Нанесла урон моей базе. Хорошо, ладно, попробуем хотя бы уложиться во времени. Не знаю, получится, не получится. Так. Давай сюда энергию. И посмотри, как этот чувак бомбит по всем. Вот, смотри, да, вот как вот такое может быть, ребята? Ну как он может сразу вызвать? Времени еще прошло совсем ничего. А он его уже призвал.
Офигеть. Так, хорошо, давай попробуем вот так сделать. Что это он обратно-то побежал? Хе-хе, дурила. Так, давайте-ка мы тоже призовем богиню света. Так, лучник пошел. Давай-давай-давай-давай, бомбим, бомбим. Ох, как он тут начинает вот этим вот фигнюшками своими разбрасываться. Опять этот вонючий пришелец, а? Ты посмотри на него. Всех уничтожаем, ребята. Карточка, карточка пришельца. Успел. Давай, 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 давай его гасим, гасим, гасим этого пришельца. Ну, есть. 43 секунды. Не знаю, ребят, получится, не получится. Ну, вы будете дальше-то двигаться или нет? Как спите, блин. На ходу просто-напросто. Да ладно, блин, завалили все-таки. Ребят, не успеваем. Мы ни по времени, ни никак. Что ты будешь делать? Я не знаю. Ай-яй-яй-яй-яй, как все плохо. Буквально немножечко нам не хватает. Да, 13 секунд. Черт бы их побрал. Пришельцы эти мелкие. Нет, за 5 секунд, естественно, ребята, мы не сможем здесь бомбануть базу. Слушайте, знаете, мы что с вами можем сделать? Вот у меня сейчас только что. Вот применять не вот этот вот удар, а если мы с вами возьмем этот, ну как это называется там, фаербол, который запускает вот ту базу. Может быть, даже мы пробьемся. Ладно, хорошо, здесь ничего у нас не получилось. Жаль. А если я тогда возьму и поменяю вот на этих ребят, а? Попробуем. Правда, конечно, я думаю, что мой скелет здесь проиграет егоному боссу. Ладно, попробуем. Так, вызываем, естественно, пилораму для начала. Ну, где там твой пришелец-то? Вызывай его. Чего не вызываешь-то? Ага, похищай. Даже не стал похищать, гад. А вот этого похитил, а? Ты посмотри, какой гад. Офигеть, ребята. Да, пилорама моя здесь долго не повыделывалась. Так, 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 так. Ну, нормуль. Пока хорошо все, ребят. Так, давайте-ка я так сделаю. Распилили. Вызвал, да, он уже вызвал он своего босса. Так, мы ждем, ребята. Вот, фаербол, пошел. Да куда ты фаер... Блин, фаербол ударил в летающую тарелку. Идиотство. Это просто идиотство, ребят. Так, карточка. Ну, давай, 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 давай. Пробивай, пробивай. Да чтоб тебя, что за фигня тут происходит? Есть. Мы его накрыли. Так, давай, ребята, дальше, дальше, дальше продвигаемся. Так, здесь забираем. Я фаербол запускаю. Блин, куда запустил, непонятно. Ну, базу будем бомбить или как сегодня? Вот, потихоньку, полигоньку начинаем разбирать. Блин, почему мой скелет помер, а? Что вдруг случилось? Ну, да, ребята. Ух, это было эпично и в то же время великолепно. Мне понравилось. Вот это я понимаю. Вот это ребята сыграли. Фух, забираю свои честно заработанные карточки. Ух ты, 11 карточек танка, 11 стражей и 12 карточек тигра. И теперь я со спокойной душой перелетаю в следующий портал, ребят. Вау. Отлично. Ох, здесь повеселимся сегодня. Так, ну что же, приступаем. И у нас здесь какой-то завод. Это первый у нас уровень. Так, 37-й, да? Я думаю, что здесь мы вот этими ребятами вполне начнем. И должны, в принципе, справиться без каких-либо проблем. Так, погнали. Так.
Я ее немножко, ребята, эту колодку укрепил. Я взял себе, видите, кого, да? Этого оборотня взял себе. И вот этого чувачка я забыл, как его увеличать. Ну, в общем, вы увидите, почему я это сделал и для чего. Оу, нифига ты тут хренделечек наяриваешь-то. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй, подожди. Не на... Оу, да чтоб тебя-то, а. Сумма из, блин, хренов. Ладно, ребята, придется переиграть этот уровень. Ну, это не дела, согласитесь. Так, сумма из хренов, ты получил свое? Так, давай. Пробиваем здесь. Все, уничтожили. Слушай, я что-то одного не понял. А че он такой ватный-то у меня, вот этот вот хмырь? Ну-ка, надо посмотреть, ребят. Меня так не устраивает. Кто у меня там был? А, вот. Он же вроде бы нормально прокачанный. Почему его так легко завалили? Сейчас я, ребята, гляну. Может быть, там можно уровень поднять им? Может быть, конечно, и нельзя. Так, а у нас тут еще и квесты сделаны. Так, забираем здесь. И пока вроде бы все. Так, смотрим. Да нет, вроде бы все нормально, на максимуме. Все как полагается. Буквально 4 карточки, ребята, он получает 3 звезды. Так, тут тоже неплохо. Цапли еще очень много расти. Ну и герцогу тоже, король. Ему тоже здесь. Так, давайте хотя бы вот так вот. Все. Кого-то... А, все, ребят, я понял, в чем здесь проблема. Ну ладно, они хоть и дорогие, но они того стоят. Погнали. Погнали с вами в бой. Я этот уровень должен перепройти. Этот сумоист, блин, не ожидал я, конечно, что он так вот лихо забомбит. Но, тем не менее, поехали. Продолжить, конечно же, продолжить. Так... 200 этого мало нам. Сейчас сумоист выйдет. Нам нужно вот этого призывать. Полюбасику, ребята. Или цаплю. Цапля, наверное, должна, по идее, справиться. Или не справится, нифига. Бум. Да что ж ты такой ватный-то, ё-моё, против... Я не знаю, ребят. Хрень какая-то получается, просто-напросто. Так, значит, мы с вами меняем вот этого вот олуха на кого-нибудь другого. Это не дело. Поверьте мне, это не дело. Так вот, блин, в самом начале игры просто так лажанулся. Я буду менять. Менять обязательно. Так, где? Где? Давай быстрее прогружайся. Так, этого нафиг отсюда удаляем и берем. Кого бы нам, ребята, взять на замену, м? Кого можно взять хорошего такого на замену? Ой, я даже и не знаю, если честно. Тигр, он дорого стоит. Кого же взять-то? Блин, как вариант, никого и нету, ребят. Этого, что ли, взять? Ну, мне кажется, он тоже не особо хорош. Ой, вот и не задачка. Вора этого взять? Ну, я не знаю, как-то... Черт, вот. Даже не знаю, ребят, кого, честно говоря, взять. Мышь летающая, ну она фигня полная. Блин, как вариант, блин, придется его забирать обратно. Ой-ой-ой-ой-ой. Ладно. Я еще разочек сыграю. Я не могу понять, я что, не успеваю накопить на этого, что ли? Или в чем проблема-то? Вот на этого. Я разве не успеваю накопить на него? По-моему, все должно быть хорошо. Я должен успевать. А, его подбивает там этот придурок, который вылетает. Да? Так я понимаю. Ну вот если вот мы, например, делаем так. Вот. Сейчас-то все должно быть хорошо. Да как он наносит... А, у него массовый, блин. Все, я теперь понял, ребята. У него массовый урон, и он задевает мою базу. Вот тебе и не задача. Значит, придется тогда без всяких тут цапель сразу его вызывать. Я пока, ребята, тут приноровлюсь. У меня уже у этих ребят, по-моему, не останется даже энергии на ход. Хотя нет, еще две энергии есть. Ладно, я буду его сразу вызывать, вот этого, которого у нас на двух ножках ползающий.
Вот, на него копить и сразу его вызывать. Не буду тут вызывать всяких цапель, херапель. В общем, сразу начнем с него. Так, так, 300 уже, да, максимум. Вот сейчас мы его и будем как раз вызывать с вами. Все, вот он пошел у меня. Он должен, по идее, с ним справиться. Если этот говнюк сейчас еще, который вылетает, не навредит нам. А он может, гад. Есть, вот все, теперь, ребята, я думаю, победа уже будет за нами 100%. Вот так вот. Зачем я это сейчас сделал? Зачем я потратил суперудар, блин? Не понимаю. Так, ладушки. Ну что же, в принципе и все. Грубо говоря, победа уже за нами. Да. Отличненько, ребята. Но мы продолжаем. Так, здесь мы все-таки одолели кое-как. Что у нас здесь будет? В принципе, здесь тоже мы должны справиться без особых на то причин. Ну-ка, сейчас. Ну, у нас здесь и дорожка подлиннее все-таки, да? Так что вызываем вот этого, и потом уже все, как говорится, по накатанной. Ну, давай, 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 давай быстрее. Так, сейчас этот говнюк пролетит, простреляет здесь, так скажем. Все, пошел. Хе-хе, столкнулись, сумоист хренов. Робот-сумоист, блин. Оу. Драчун тут вышел у нас, да? А мы вот так вот сделаем вам. Чун-чун-чун-чун, нормуль. Даже этого летуна подбили. Ой, я думаю, здесь, ребята, у него никаких шансов нету. Просто, что бы он сейчас бы не делал, мы его разберем. Как бы он этого не хотел бы. Та-да-ра-та-та. Да, ребята. Так, давай еще вот этого вызовем. Ну, ну что, вы не можете базу, что ли, разбомбить? Ё-моё, я уже все для вас сделал. Давайте, 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 отлично. О, карточка моя. Ну что же, в принципе... Оу, да, ребята, я нас поздравляю. Ха, мы получаем с вами 40 уровень. Так, и нам достается 13 кристаллов, 60 тысяч. И максимум энергии опять повышена. Вся полностью. Что это такое? Единовременная покупка. 5 тысяч камней. 5 тысяч камней и 5 тысяч бесплатно. Всего за 1 доллар? А здесь... Подожди, я что-то не могу понять. 250 камней плюс 125 бесплатно. 500 камней. 5000 камней. И все по одной цене? Так, а смысл-то тогда какой? Я вот это, например, возьму. Ну, нет, нифига, ребята, я брать не буду. Это какой-то бред. Ценник там, конечно, ужасный. Так, ну что же. Что я тут? Зачем мне сюда? А, вот у нас, разблокировать. Есть! Ребята, мы с вами можем тренировать еще третий отряд. Я думаю, что это вот эти вот ребята. Им давным-давно пора тренироваться. Так, а это уже будет на 60 уровне. Ну что же, отлично. Так, ну что, поднимаем тогда уровень. Так, подожди, этим ребятам мы не будем. Эти потом у меня. Вот, у меня здесь есть основа, как говорится. Мы им, естественно, в первую очередь и будем... увеличивать уровень. Так, денежек у нас пока хватает. И, как говорится, все будет хорошо у нас. Давай здесь. Так, теперь повышаем следующий отряд. Тоже немаловажный для меня. Вот так. Отлично. Блин, 40 уровень, а, ребят. Отлично просто. Так, и здесь. Все, вроде бы денег больше не хватает у нас. Ну, здесь кого-нибудь мы можем, да. Ну, можем еще цаплю, например, и все. Больше ни на что абсолютно не хватает. Так, но это, ребята, полдела. У нас с вами продолжение. Продолжение поединка. Ну что же, здесь... Фу, нет, мы, знаете, что с вами сделаем? Мы возьмем наш вот этот вот отрядик захудаленький и отправим их. Почему-то, кстати, у них... А, ну да, 3 энергии я потратил на их обучение, поэтому у них 2 и осталось. Все правильно, все логично. Так, ждем, накапливаем с вами манну. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, подожди. Ай, все-таки задел, блин, базу, а. Гаденыш, не успели. Блин, обидно, печально. А так и так бы, ребята, мы здесь с вами бы
Не справились. Да хорош ты уже там базу-то мою колупать. Эй, роботека. Блин, еще не хватало здесь, ребята, вообще проиграть. В корень. Ты посмотри, что этот делает, а, хмырь. Даже цапля не может справиться. На тебе. Так, хорошо. Так, подожди-ка, карточка-то мне это пригодится. И деньги, все это мне нужно, ребят. Подбили. Да, что-то он какой-то вообще этот ватный чувачок. Ну что, базу, в принципе, ребята, мы разберем. Но, естественно, меня это не устраивает. Вообще, это как-то бред получился. С самого начала, блин. Поэтому будем переигрывать. Только переигрывать я уже буду не этими ребятами, соответственно, а своей основной командой, которая у меня там. Команда Гуфи, ё-моё. Где она? Вот они. Нет, даже мы не этими будем. Мы начнем вот с этих вот ребят. Они у меня продвинутые. Нормуль себя чувствуют на поле боя. Так что ими и будем. Так, давай, наверное, сейчас он кого там, пилораму, да, свою вонючую вызывает. А если я свою вызову, а? Что ты мне вот на это скажешь, а? Ну давай, посмотрим, кто сильнее. Хе-хе-хе-хе. Даже пикнуть не успел, ё-моё, как мы его раздеребанили. Ага, вот так вот, значит, он делает, да? А ну-ка, мечник, устрой-ка ему. Ать! Да, это леталка, блин, урон наносит еще тот. Ну, базу, я думаю, что мы уже сейчас, в принципе, разберем. Я еще и фаербол туда заброшу. Да куча. Все. 5 секунд, ребята, и база уничтожена. Замечательно. Так, переходим вот сюда. И что у нас здесь? О, лопухи, ребята. Без проблем мы здесь тоже с вами справимся. Так, поехали. Так, они там все, робота какого-то варганят. Все никак не доделывают его. Так, ну что, начнем с рыцаря, пожалуй. Ага, он тоже щитоносца взял. Так, этот придурок, который у нас тут боксер. Ну, в принципе, у них тут шансов нету. Угу, щитоносца как ветром сдуло. Боксера тоже. Пилорама, когда раскачана, это просто ужас какой-то. Для всех. Она просто бомбит не по-детски. Хоть она сама по себе и ватная, как говорится, падает легко, но ущерба и урона она наносит, будь здоров. Так, потихоньку, полегоньку. И фаерболом, наверное, добьем. Блин, куда он там кого-то подбил? Не того, кого надо. Ха. Карточка, отлично. Ну что, будем добивать базу сегодня или нет, а? Давайте, давайте, давайте уже там. Добивайте. Есть. Отлично. Продолжаем. Ну что, нам еще остался, ребята, один бой. Мы его проходим. Так, здесь у нас будет, ага, босс-робот. Я думаю, что для нас это, в принципе, не проблема. Термин 9000, ё-моё, да-да-да. Термин 9000, именно так его величать. Ну, для нас-то хоть 9000, хоть 20000. Он все равно сосунок подохнет. Так, давайте, наверное, сейчас вызвать рыцаря. Оу. По-моему, тут прокачанный, да, или нет? Нет. Оказался сосунком полнейшим. Щитоносец, блин, прикрывается щитом. Все, да, прикрывался. Так. Франки мой выдерживает, ребята, естественно, удар. Так, тут нужно нам накопить 500, потому что чувствую, сейчас босс пойдет вражеский. Ну. Так, все. Давайте фаерболом бомбанем. Вот так вот. И добьем эту базу к ядрене фени. Все, ребята. Прошли мы с вами эту локацию. Причем на изи. И на хорошо. Так, сундук робота. И что нам здесь достанется? Щитоносец 7 штук. И этот бомбер. Понятно. Переходим с вами к нежити в гости. Так, битва 26. Поехали. Тут у нас будет кто? Камикадзе. С камикадзами мы как с вами расправляемся? Естественно, выпуская пилораму. Так, погоди, погоди, погоди. Куда ты разогнался-то? Эй, родной. Постой маленько-то. Почесал он уже. Хе-хе. Вот, вот именно так, ребята, мы и расправляемся. Да, жертвуя пилорамой, но это минимум, что мы можем себе позволить, ребят. Так. Давай, давай уже загадь. Базу-то, елки-палки, ты... Ох, сейчас взорвется.
Блин, не вовремя. Не нужно месить, он, конечно, взорвался. Давайте все уже бомбить базу хорошим и делаться здесь. Да чтоб тебя. Ну, не хотят просто так сдаваться, а, ребят? Не хотят. Квест завершен, конвейер. Ну, чуть-чуть же осталось. Ну, давайте, поднапряглись маленько. Есть. Да. Вот так вот оно все дело и происходит, ребят. Так, что у нас поджидает здесь? Здесь этот, блин, костяной хранитель. Трехзвездочный, ребят. Это уже будет сложновато. Он сейчас будет своими клешнями тут махать и, соответственно, моих ребят задевать. Обижать и оскорблять. Ладно, попробуем сейчас его наказать. Так, давай, рыцарь пошел. Следом, наверное, мы... Ах ты, ёпарсете. Камикадзе вышел. Сейчас бомбанет, ребят. Воу. Вот он. Блин, это уже такая хорошая прокачка у этого чувачка-то получается, да? Это тебе не хухры-мухры. Три звезды, как-никак. Так, ну и фаерболом, я думаю, сейчас мы это дело завершим. Нет, не попали. Не попали, к сожалению. Эй, куда полетело от меня? Давай, франки все. Блин, тут нифига их уже выросло. Эй! Откуда вы взялись, ироды? Блин, этих дофига слишком когтистых чувачков-то вылезло. Ё-моё! Давай, 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 давай. Да чтоб тебя, блин. Еще камикадзе вылез. Короче, давай вот так сделаем. Ух! Шикарно. Что там? Угу-гу, кает еще кто-то мне. Франки, ё-моё, ну ты такой здоровый, не можешь нифига, что ли, забомбить их всех тут, а? Да. Ребят, по времени боюсь, блин, мы сейчас тут лоханемся. Просто по времени. Блин, минута осталась. Чё так не везет-то нам? Вроде бы ничего сложного нету. Абсолютно. Так, пробую вот так вот сделать. Чё, какого хрена-то? Блин, те уроды, когда ребята погибают, после них остается токсическая лужа, блин. Да что за фигня? Кто там так ржет-то? Омерзительно, блин. Да почему вы взрываете этого идиота, блин? Опять, блин, да достали уже, но на самом деле. Так, дай заморозить нафиг. Ну, бомбим, бомбим, бомбим. Бесщадно, ребята, бомбим базу. Блин, 20 секунд всего осталось. Ай, они мешаются, просто мешаются, ребят. Так, фаербол тут. Ну, давай, 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 давай. Бомбим. Есть. Фух. Блин, буквально на последних секундах, ребят, успел. Ох, так. Ладно, у нас третья миссия. Так, здесь добавляется у нас банши. Ага, здесь энергия уже закончилась. Ну что ж, поехали этим отрядом тогда. Вперед и с песней. Так, значит, у нас здесь банши будет, да? Угу. Начинаем. Так, камикадзе. Дай-ка я лучника сюда возьму. О, да мы здесь, ребят, наверное... Подожди, 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 подожди. Рано еще радоваться. Карточку. Так, банжи, успокойся лучше, а? По-хорошему. Разоралась там. О, ребят, здесь у него шансов нету. Сейчас его просто разорвем. Хе-хе. Ну давай, 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 давай. Наносим максимальный урон. Не ори там. Заморозочка. Чтоб не крякал. Ну и начинаем бомбить базу уже. Да, ребята, здесь явно мы победим. Отлично. Ух. Погнали дальше. Здесь у нас в сухую все вышло. Так, предпоследняя миссия. Здесь у нас... Блин, добавляется оборотень, ребята. Оборотень чем плох? Тем, что он перепрыгивает наших врагов. Ой, наших врагов, наших юнитов. Ёлки-палки, конечно же. Так, значит, мы с вами вызываем в первую очередь самурая. Так, теперь
Надо успевать накопить на жабу боевую, ребята. Есть, успели. Все, этому урдалаку не пройти. Так, погнали далее. Так, 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 я не понял, что они там, расправились, что ли? Да? С моими юнитами они расправились. Ну, вот куда ты? Куда ты вот прыгаешь? Ах, сейчас лучницу заколбасит. Нет, не успеет. Или успеет? Не успел. Шикарненько. Так, дальше с вами купим манну. Все, начинаем уничтожать базу. Так, погоди, погоди. Блин, уничтожил, гад, а? Оборотень и хламон, блин. А если я вот так сделаю? Что ты на это скажешь? Ничего? Ну извини тогда. Да ё-моё, я же думал, мы базу тут бомбим, блин. Во! Давно бы так. Ну и последняя миссия. Слушайте, я думаю, что затащим. Затащим без проблем. Так, надо главное успеть. Оборотни, не забываем про оборотни. Значит, у нас пойдет в первую очередь самурай. Ага, банши вызвал. Хорошо, я тогда вызываю, ребята, боевую жабу. Так, странно, почему-то он не вызывает. Мне это не нравится, мне это немножко напрягает. Так, 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 так. А ну-ка. Нехрен вам здесь сделать. Я не понимаю, почему зомбарь испугал? Кого он испугался-то? Побежал, главное. Жабу, что ли, боевую испугался он? Так. Ну давай, да ё-моё, даже не смог зомби завалить. Я офигею, блин, просто. С этого дурдома. Давай, выходи. Оу, да ладно, ты успел призвать все-таки, а? Блин, теперь надо как-то мне, ребята, успевать призвать. Ну-ка. Вот косит гадина, а. Вот так вот. Теперь я повеселюсь. Погнали. Так, я надеюсь, никто здесь не пройдет. Вот, это хорошо. Давай, 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 гаси, гаси. Нифига он там с замахом своим, ребят, смотрите, как сносит. А если я вот так сделаю? Все, он отдуплился. Так, 56 секунд, этого мало, ребята, на то, чтобы уничтожить нам базу. Ох, он еще сейчас мою богиню света уничтожит, да? Ты ядрена ты вошь, а? Я офигею просто, блин. Ну, давай, орда, подходи, вали, блин, их не замок. Во что бы то ни стало. Ну, напряглись, 30 секунд осталось, ребят. Ну, что в самом деле? Ну, и пару ударов еще жестких дайте. Да. Отлично. Победа за нами, ребят. Ну, получаем сундук. Ну, неплохо, неплохо. Так, и мы с вами попадаем в нефритовый лес, да? И, оу, вот эти вот ребята, да, эти еще дадут нам с вами шороху. Ну что ж, поехали. Они такие крепкие, эти гаденыши, а. Ну, сейчас-то они легкие, но потом они будут крепкие. Когда им дадут уровень 40 и третью звезду, такие они гады становятся. Непробиваемые. Самурай на самурай. Так, по-моему, одинаково абсолютно у нас с ним мощи как-то. Но мой лучник тут подсобит. Да и гад. Так, где моя боевуха? Где боевуха, я спрашиваю? Давай, жабенка, выходи. Сейчас будем рвать их тут. Куда ты, а, идешь, каменная глыба? Блин, какой он все-таки, вот, смотрите, ребята, вот он в камень в этот превращается. Неуязвимый, так скажем. И хрен, что с ним сделаешь. Не, ну здесь у него вариантов и шансов нету вообще никаких. Пускай даже не крякает. Так. Бомбим, бомбим. Без остановки бомбим, ребят. О, мой танкуля вышел, все. Победа, можно сказать, уже за нами. Хе-хе.
Так, что он там брыкает? О, карточка самурая, отлично. Что он там брыкается-то, ё-моё. Блин, ну крепкий гад, все равно, что не говори. Монетки. Все, начинаем уничтожать домик. Ну, молодцы. Ну что, ребята, у нас с вами осталась последняя энергия. И вот, вот они, блин. Вот здесь они будут очень крепкие, ребят. Ох, надеюсь, справимся. Поехали. Сейчас будет весело, чувствую. Так, кто у нас может там противостоять? Да абсолютно никто, ребят. Ну, жабуха моя, боевуха. Ну, вряд ли, конечно, он там что-то сделает. Ой, еще и цапля здесь, а. Только ее здесь, блин, не хватало мне. Это вечная мразь, которая из-под тишка все делает. Так, тихо. Давай-ка вот так вот мы с вами сделаем. Эта глыба еще достала, блин. Сейчас начнет буянить, блин. Уже буянит. Уже буянит, а. Он такой мощный, блин. А причем, когда вот сзади вот такой вот еще на цапле кто-нибудь, или как самураюшка там прикрывает, это, конечно, вообще жестоко. Но, смотрите-ка, ребят, мы, по-моему, как пробиваемся. Вроде бы, да. Пробиваемся, причем неплохо. Дай-ка я вот эту вот заюзаю. Так, ну что, мы уже калашматим потихоньку базу, ребят. Да. Причем даже не потихоньку, а очень хорошо калашматим. Ну давай, давай, давай уже, выпендривается тут стоит, блин. Все равно твоей базе хана, ничего тебе тут не поможет. Ну, да ё-моё, не одно так другое. А я вот так вот, ха, даже не понадобилось. Фух, отлично. Пока идем, ребятушки, с вами очень даже хорошо. Да, энергии у нас с вами больше нету, к сожалению. Так, квесты. Естественно, запрос. Так, ежедневное испытание. Ну, я не знаю, ребята, я попробую сейчас. Так, награды. Битва. Так, собери свой отряд. Ё-моё, тут 41 уровни. Ух, и кого мы можем с вами взять? Так, возьмем этого, этого, вот этого. И все, что ли? Да, ребята. Я думаю, будет жаркая у нас битва, но деваться нам некуда, придется драться именно таким составом. Ну что ж, поехали. Будет очень интересно на это все дело посмотреть. Так, давайте начнем с мечника. Так, идет Франки. Давайте вызовем пилораму. Так, нам нужно вызвать лучника, ребята, для прикрытия. Ах, как бомбит эта банши, смотрите, ребята. Так, хорошо. Наказываем банши, нормуль. А если я так сделаю? Фига тут, что за фигня такая, ребята, была непонятная для меня. Так, ну, вроде бы, ребята, пока идем неплохо. Пока, не хочу, конечно, сглазить. Но если мы с вами пройдем. О, ё-моё, вот он. Этот некромант появился. Так, нам нужно... Так, Франки завалить. Давай, давай, давай. Опять эта тюрьма, блин. Так, а если я сейчас бомбану, а? Что ты на это скажешь? Нет, подожди секунду. Вот сейчас бомбить надо. Есть. Отличненько. Слушайте, ребята, ну если мы сейчас пройдем, то, соответственно, мы и следующий уровень пройдем. То есть три раза мы с вами пройдем. Соответственно, получим целую кучу карточек. Да. Замечательно. Ну что же, победа за нами. И мы получаем с вами 21 карточку. Хе-хе. Естественно, ребята, мы сразу же идем еще на очередной бой. Так, и я забираю тех же самых ребят, что у меня и были. Так, так и вот так. Три попытки. 21 карточка с каждой попытки. Оу, 63, это неплохо, ребята, я считаю, да?
Ну что же, это редко так получается пройти, но мы будем с вами, ребят, проходить. Так, давай, давай, давай. Нам нужна энергия. Так, мечник, он один не справится. Естественно, вызываем подкрепление. У нас есть одна штука на ускорение, чтобы мы могли ускориться маленько. Так, отлично. Давай, банши, сейчас с вами навернем. Ах ты, что делать? Смотри, ребят. Гаденыш. Да, бедный, бедный мой мечник упал. Да нате вам. Ха-ха. Да выделывались там, достоялись, да любовались, блин. Ну что же, а мы начинаем уже базу, ребята, кромсать. Очень замечательно. Оу, все, я думаю, что шансов у них вообще нету. Тут даже получилось быстрее, чем в первый раз. Но отлично. Давайте мне срочно мой приз. Ха-ха. Так, сколько? А, тут уже 11, ребята. Не 21 карточку, а 11 дали. Но, тем не менее, давайте последний сразу сделаем с вами заход. Так, так и вот так. А, башню еще, да. Все, это уже будет, ребята, у нас последняя ходочка. И будем на этом с вами завершать выпуск. Так что, как говорится, все в наших руках. Так, мечник у меня побежал. Естественно, его сразу же будет прикрывать пилорама. Потом сейчас выйдет у него там банши, по-моему, если не ошибаюсь. И мы уже будем, да, вызывать сюда лучника. Сейчас, ребята, секунду. Так, лучник мой вышел. Так, зомби мы сейчас расколбасим. Отличненько. Да-да-да-да-да. Все, ребят, по старой схеме. Ничего нового здесь мы выдумывать не будем. Как у нас все есть, так и делаем. Так, этого Франки уничтожаем. И все, в принципе, ребята. Дальше осталось только лишь разбомбить базенку. Так, интересно, сколько мы с вами получим карточек вот за этот, за третий бой? Мне вот интересно знать. Ну, давай, 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 прожимаем. И да. Отлично просто-напросто. Так, опыт, деньги, все, что нужно. Так, и сколько нам дают? Ага, 6 всего лишь. Ну да ладно, ребята. А куда собирать свой отряд? Все, на этом, ребята, каек. Время битвы 2 минуты. Так, армия. Что интересного у меня тут в армии можно сделать? Неужели? Да, ребята, можно проапгрейдить служитель тьмы. А ну-ка. Оу, я ничего не вижу, не вижу, ребят, никаких изменений. Но, тем не менее, они есть. Он улучшился. Ну что ж, дорогие мои друзья, на этом я, пожалуй, буду завершать этот выпуск. Всем большое спасибо за просмотр. Увидимся с вами в следующих сериях и продолжим играть. А на этом все. Всем пока и удачи!